Пауэрлифтинг для нашей страны спорт молодой. Его история и в мировом контексте тоже пока не может похвастаться многовековым стажем. Появилась такая спортивная дисциплина на рубеже 50-х годов прошлого века, но популярность набрала быстро. Сегодня поклонники этого силового вида спорта, кажется, есть во всех точках земного шара. И Беларусь не исключение. Доказательство тому – международный фестиваль силовых видов спорта в городе Бресте, который проводится уже в четвертый раз. Принимает участие около 70-80 человек. Это рекордное количество для данного турнира людей. Приехало много гостей из России и с нашей страны. Очень много принимает участие как действующих бойцов ВДВ, так и уже служивших. Эти соревнования проводятся для, конечно же, в первую очередь для популяризации силовых видов спорта в Республике Беларусь. Жимлёжа, становая тяга, подъем на бицепс, подтягивание, отжимания на брусьях и ставший уже популярным наш патриотический белорусский гиревой жим. Около 80 спортсменов приехало из разных городов нашей страны, а также из России, чтобы определить лучшего из лучших, самого сильного, технически подготовленного и физически выносливого атлета. Среди тех, кто решил принять участие и показать свою мощь и силу, приняв участие впервые, Артур Дубровский. Цель молодого человека не только побороться за звание сильнейшего, но и поставить для себя рекорд, чтобы в последующем сделать его еще лучше. Конкуренция очень сильная, ребята все крепкие приехали. Некоторые очень давно этим занимаются. Я уже выступил несколько раз, результатом где-то не совсем доволен, так как немножко не хватает техники. Очень важны тренировки для такого вида спорта. У меня как бы не совсем всегда получается постоянно ходить, заниматься таким. Но все же находим время, занимаемся. Соревнования проходили по международным правилам для выявления сильнейших спортсменов, фиксирования новых национальных рекордов. Спортсмены боролись в 22 видах спортивных дисциплин, в том числе различные виды жима – белорусский, гиревой, русский, народный, военный. Я участвую второй раз уже в этих соревнованиях. В прошлый раз у меня были очень хорошие впечатления остались от этих соревнований. Захотелось попробовать в этом году. Вот, в принципе, мы с командой здесь. Хочу полностью, как бы, чтобы во всех трех дисциплинах был более лучший результат. Для меня это что-то новое, хочется открыть, попробовать. Конкуренция ощущается очень сильная, так как приехали спортсмены отовсюду, с Российской Федерации. То есть, как бы, есть ребята, рекордсмены мира, и призеры, и чемпионы. Для того, чтобы поставить какой-то рекорд, в первую очередь для себя, нужно этого сильно хотеть. Когда этого хотеть не будешь, ему не получится. Ну и плюс, это многократные тренировки, а само оно не придет. Для победителей организаторы подготовили 100 комплектов наград, и каждая из них нашла своего победителя. Кому-то заслуженные медали и пояса, а кому-то кубки.